Привет, боец! С тобой проект Muay Thai CK. Я тебе хочу показать отрывочки наших тренировок, довольно интересные моменты и упражнения. Итак, мы начинаем тренировки в основном со скакалочки. Ну, я ее показывать не буду, все понимают, что это такое. И дальше продолжаем какими-то парными упражнениями, такими, чтобы раздвигаться, разбросаться. На данный видео ты видишь пятнашки, называется это упражнение. Они бывают разными, бывают руками, ногами. Часто боксеры их делают. Сейчас задача бойцов видео — доставать руками до головы, до живота и при этом наступать друг другу на ноги. То есть задача очень простая. Как можно больше достать противнику и не дать достать тебе. И сейчас переходим к снарядам. Очень важный момент, очень важная часть тренировочного процесса — это работа на снарядах. Об этом как бы все знают, но мало кто умеет работать на снарядах правильно. Очень мало. Так как в основном ребята, которые нигде не занимались, да, или так себе куда-то ходили, они думают, что мешок — это такое, ты пришел, вцепился в него, помолотил, что попало, как попало. Главное, чтобы устать. И дальше можно идти спокойно домой. На самом деле, работа на мешках — довольно сложный процесс и имеет очень-очень-очень много вариантов и акцент на разные моменты. То есть можно нарабатывать комбинации, можно нарабатывать одиночные удары на силу, можно работать на выносливость, можно работать на ударную выносливость или взрыв комбинационный. Очень много моментов, об этом всем я вам расскажу в видеокурсе, который вы можете бесплатно скачать в конце этого видео и в описании под видео. В общем, сейчас ребята в основном нарабатывают комбинации, как видите. Простые двухударные комбинации, постепенно мы уже перешли к четырем ударным. Такие, например, комбинации, как левый прямой, правый middle kick, потом левый сбоку, правое колено. Варианты комбинаций огромные. Но сейчас мы нарабатываем, на данной тренировке была задача конкретных комбинаций. Прямой middle kick, боковой колено. И это все мы между собой по-разному вязали. И переходим на макивары, пады, лапы, у кого что есть. Это тоже очень важный момент. А вот уже на макиварах, как ты видишь, мы работаем взрывные комбинации. Только что, ребята, были 4 прямых били. Сейчас 4 боковых. Очень важно в этой работе нарабатывать взрыв. То есть это все можно делать с защиты, можно делать жестко. Сейчас задача сделать уклончик и войти в 4 жестких удара. Они могут быть абсолютно любые. И сейчас очень тяжелая работа — это наработка ударной выносливости. То есть задача — пробить одной ножкой 10 мидлкиков. И ноги чередуем. Правый 10, левый 10, правый 10, левый 10. И так на протяжении 3 минут. Дальше у нас была работа, наработка ударной выносливости руками. Задача была пробить 10 прямых максимально быстро и сильно. Это опять-таки наработка скорости, взрыва и выносливости, именно ударной. И дальше уже на фоне усталости мы начинаем работать в парах. Просто практически отдыхая, да, нарабатываем защиты. Очень важный тоже момент — нарабатывать какие-то защитные действия или какую-то работу на фоне усталости, так как уже плохо соображаешь, все болит, все затекает. И вот на этом фоне надо продолжать работать, думать про защиту, думать про правильные удары. Сейчас такая самая базовая защита. Первый номер набрасывает прямой middle kick, второй делает сбивочку от прямого и прихват middle kick. То есть комбинация очень часто используется, очень она такая популярная, это прямой middle kick. И вот от нее же мы и будем нарабатывать защиту. Сбить, прихватить. Следующая наша наработочка, она уже более сложная. Это прихват колена, то есть главный элемент этой наработки — прихват колена и сразу скруточка. То есть стараемся сразу бросить противника, скрутить его, голову послать вниз, колено поднять вверх и как бы заставить его кувыркнуться. То есть здесь идет любой удар рукой, в основном это будет боковой, и потом прихват, скрутка. Следующая наработочка немножко наоборот. То есть первый номер набрасывает прямой боковой. Это могут быть любые два удара руками, но заканчивать надо боковым. Второй номер, соответственно,
боковой принимает на перчаточку и сразу контратакует коленом с прихвата головы. Довольно-таки технически сложный момент, но в бою очень классно это колено заходит. И переходим к такой боксерской наработке защиты от прямого бокового. Уклончик от прямого и нырочек под рукой от бокового. Это как вариант. Таких вариантов мы делали несколько. Вот следующий вариант. Это сбивка прямого и просто шаг назад разорвать дистанцию от бокового. Провалить противника. То есть он вытягивается на прямой и мы его проваливаем. И наработочка защиты от двойки. Именно работа корпуса. То есть левый прямой мы делаем оттяжечку, проваливаем противника. И от правого прямого делаем уклончик под руку, заставляем его потянуться, а сами уходим под руку. И таких наработок может быть несколько. Мы их делаем разные, делаем в произвольном порядке по заданию. Подписывайся на канал, ставь лайк, делись видео с друзьями. Подписывайся ко мне в Instagram, там больше интересных видео. Настойчивости в тренировках. Видеокурс «Как эффективно работать на мешках». Узнай убойные комбинации, улучши свою физуху бойца, а также узнай, как можно развивать бойцовский IQ. Ссылка в описании под видео.